Всем привет с канала Комрад Майор, и сегодня обзор новой модели. Это от фирмы ICM. Пока что не собирал от этой компании. Известно мне о них только то, что они делают очень много вариаций различной техники, не встречающейся у других компаний. И первый мой выбор пал за счет того, что я перешел в тематику Первой мировой. Это на истребитель германских кайзеровских воздушных сил Пфальц Е4. Германский истребитель Первой мировой. ICM — это фирма с Украины. Сразу мне понравилось за счет того, что очень красочная картина на переднем плане. Здесь идет информация, что откуда, набор, из чего он состоит. Здесь артикул, что представлено, и некий вариант сборки с декалями, как он будет выглядеть. Коробка, я конечно, все уже открыл, тут немножко порвалась, от коробки это не важно. И сразу вытаскиваем комплектующие. Это декали, лист, инструкция и сами литники. Значит, по декалям быстро. Это шварцкройцы, немецкие кресты. И наименование мелким шрифтом для фиксирования его сбоку самолета. Вот здесь вот. Далее идет инструкция, описывая, что это на русском и английском. Предложенные варианты окраски по цветам. Перечисление деталей, какие они есть на литниках, что, где и как. И уже идет пошаговая инструкция, но также очень сэкономленная, что мне не нравится. Допустим, здесь вот очень все кучно описано. Тем более, что вот здесь вот, когда звезда стойку шасси выносит отдельным планом. По всей видимости, здесь будет вращающийся винт, потому что вот написано, что не нужно клеить. И далее варианты, кем управляем был данный самолет. То есть вот первый вариант нам представлен Хауптманом Рудольфом Бертольдом и второй лейтенантом Крюнцвейгом. Красными линиями указаны стропы, которые нужно сделать самим, так как они в комплектацию не входят. Это вот эти вот соединения, фиксация крыльев. Далее идет упакованные в пластик литники, в пластиковую пленку. Здесь вот упакованы прозрачные детали, по всей видимости, чтобы они не поцарапались. Вот, кстати, звезда так не делает. Она кладет их просто в зип-пакет, что тоже неплохо. А здесь именно даже завернули. Так, съехала немного камера. Здесь, значит, на этом литнике нас встречают вооружение, то есть пулеметы и различного рода стойки. Здесь фурнитура, двигательная решетка и крепление крыльев. И на третьем литнике сам фюзеляж, его элементы, лопастный винт, роторы движения и крылья. По пластику скажу то, что я не собирал еще от ICM, но пластик уже понравился по сравнению с Восточным экспрессом, который еще будет на обзоре. За счет того, что он более так доработан, и следов изготовления тут не так много, как бывает у некоторых других компаний. Может быть, за счет того, что модель относительно новая, она перепаковая, либо перевыпущенная ICM. Раньше была от другой фирмы, сейчас не вспомню какой. В общем, и в целом, за свои деньги это будет более чем достойный экспонат из тематики Первой мировой войны в коллекции у любого моделиста. Поэтому однозначно его рекомендую к приобретению и сборке.
Ссылку для его покупки я оставлю в описании. На сайте я моделист. Обязательно заходите, смотрите. И также, я думаю, обзор на него есть, но встречал очень мало. Поэтому, если вам было интересно, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь. На каждый комментарий я отвечаю. Всем пока!